Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 января. Житие преподобной матери нашей Ксении в мире Евсевии. Жил в Риме один знатный почтенный муж, принадлежавший к сословию старших сенаторов, по вере христианин, глубоко благочестивый, имевший единственное дитя, как зеницу ока, дочь по имени Евсевию. Когда она достигла девического возраста, один вельможа, также из сословия сенаторов, просил родителей Евсевия отдать дочь свою за сына его. Родители Евсевии, посоветовавшись между собой, обручили ее благородному юноше, равному им почестями и богатством, и уже назначен был день, когда должен был совершиться законный брак. Девица же, исполненная любви к Богу, пожелала остаться вечной невестой нетленного жениха, прекраснейшего по своим совершенствам всех сынов человеческих, самого Христа Господа, и сохранить свое девство навсегда. Однако она утаила свое желание от родителей, ибо знала, что если бы они угадали ее намерение, то не захотели бы и слышать об этом. Они всячески препятствовали бы ей, и то лестью, и ласками, то приказаниями принудили бы ее к браку, тем более, что она была единственной наследницей всех их богатств. Они пожелали бы утешаться ее супружеством и детьми ее». Блаженная Евсевия имела двух верных ей рабынь, которые с детства выросли с нею и служили ей со всем усердием и преданностью. Уединившись с ними, она сказала: «Я хочу открыть вам одну тайну, но предварительно заклинаю вас Господом Богом, чтобы вы никому не говорили о том, что услышите от меня. Я хочу поведать вам сокровенную мысль и желание моего сердца. Смотрите же, чтобы никто из смертных не узнал моей тайны. Еще лучше, если и вы сами согласитесь со мною. Тогда и вы спасете свои души и моему недостоинству поможете». Рабыни ответили ей: «Все, что повелишь нам, госпожа наша, мы исполним, тем более, что и нашим душам будет польза от твоего замысла. Мы готовы скорее умереть за тебя, чем сказать кому-либо о том, что ты имеешь открыть нам». Тогда девица сказала им: «Вы знаете, что родители мои хотят выдать меня замуж, но мне и на ум никогда не приходило даже помыслить о браке. Слишком тяжело для меня это дело, которое родители советуют мне исполнить. Что для меня такая жизнь? Только призрак, туман и сон. Послушайте же меня, решимся сообща на чистое житие, если воля Господня благословит мое намерение, а вы последуете моему совету и сохраните в тайне, что я сказала вам, то обдумаем все, что нам следует делать. Поверьте мне, что если бы родители мои узнали об этом и захотели бы насильно принудить меня к браку, то при Божьей помощи мне они никогда не будут в состоянии изменить моего намерения, даже если бы предали меня огню, мечу или диким зверям». Выслушав это, обе рабыни сказали: «Да будет воля Господня. Мы согласны с твоим намерением и стремимся к тому же, к чему и ты, госпожа наша. Мы скорее желаем умереть с тобою, чем без тебя царствовать». Услышав от своих рабынь такие речи, блаженная Евсевия прославила Бога. После этого все три девицы, имевшие одинаковую любовь ко Христу, постоянно размышляли о том, что бы им сделать, дабы желание их могло осуществиться. И молили они Бога подать им благой совет. Начиная с того дня, когда они предали себя с любовью Господу, решившись на безбрачную жизнь, Евсевия тайно от родителей раздавала нуждающимся руками своих от раковиц все, что имело – золото, серебро и все драгоценные вещи. От раковицы раздавали свое имущество, какое имели, готовясь к нищете ради любви ко Христу. Когда уже приближался день брака, и все готовились к нему. Блаженная Евсевия, посоветовавшись со своими от раковицами, переодевшись вместе с ними в мужские одежды и взяв немного необходимого из имущества,
вышла с ними тайно из дому, так как двери оказались незапертыми. Осенив себя крестным знамением, она обратилась ко Христу Богу с молитвою: «Прибудь с нами, Сын Божий, и укажи нам путь, которым мы должны идти. Ибо ради любви к Тебе мы оставляем дом и все, что в нем, и решаемся лучше странствовать и жить в скорбях, к Тебе стремясь, и Тебя желая обрести». Так они помолились со слезами, выходя из дому, и затем пошли, плача и радуясь в одно время. Во время пути святая Евсевия обратилась к рабыням своим: «С этого времени будьте мне сестрами и госпожами, лучше я вам буду служить в течение всей моей жизни. Только, госпожи мои, оставим все ради Бога и ничего иного не станем искать на земле, как только спасение душ наших. Будем избегать всяких суетных житейских забот, вредных для души. Будем веровать Господу, заповедовавшему. Всякий, кто оставит домы или отца, или мать, или села имени моего ради, старицу и примет, и жизнь вечную наследует. Да, сестры мои, позаботимся о спасении душ наших». Между тем, как святая так беседовала с ними, они пришли к морю, и, нашедший корабль, готовый отплыть в пределы Александрии, дали плату и поместились на нем. Так как дул попутный ветер, то они через несколько дней достигли Александрии. Оставив корабль, они прибыли на один остров по названию Коя, отстоявший от корейского города Галикарнаса в 15 тысяч шагов. Они переходили с места на место, желая найти никому неизвестную местность, чтобы не быть отысканными родителями. Находясь на этом острове без опасений относительно поисков, они снова переменили мужской вид на женский и, сняв в наем небольшой уединенный домик, жили в нем благодаря Богу, которому и молились постоянно, чтобы он послал им имеющего духовный сан человека, могущего облечь их в иноческий чин и позаботиться о душах их. Святая Евсевия убеждала подруг своих, говоря: «Молю вас, сестры мои, ради Господа, сохраним нашу тайну, никому не скажем об отечестве нашем и о том намерении, ради которого мы ушли из дому, а равно и о имени моем, чтобы по моему имени, которым я называюсь, и по отечеству, из которого мы ушли, родители мои не нашли меня. Заклинаю вас Богом, чтобы все это вы сохранили в тайне до конца моей жизни и никому не говорили ничего о бывшем с нами или имеющем случиться. Если же кто-либо спросит вас о моем имени, скажите, что я называюсь Ксенией, что значит чужестранка. Ибо, как видите, я странствую, оставив дом и родителей ради Бога. Отсели вы зовите меня не Евсевией, а Ксенией, так как я не имею здесь постоянного жительства, но странствую вместе с вами в этой жизни, ищу будущего». В ответ на эту речь святой Евсевий к своим подругам, они обещали сохранить в тайне все сказанное им. И с этого времени святая невеста Христова стала называться вместо Евсевии Ксенией. Однажды она, преклонив колени вместе с подругами, начала плакать и говорить: «Боже, сотвори с нами, странницами и убогими, великую Твою милость, как это Ты сотворил и со всеми Твоими святыми. Пошли нам, Владыка, человека, благоугодного Тебе, через которого и мы, смиренные, могли бы спастись». Помолившись так, святая Ксения вышла с сестрами из дома, в котором они жили. И вот увидели почтенного седовласого старца, идущего от пристани, одетого по-иночески, лицо которого было подобно лицу ангела. Подошедшая к нему, святая девица припала к ногам и, плача, стала говорить: «Человек Божий, не презри странствующий по чужой стране, не отвергни убогой нищей, не погнушайся мольбой грешницы. Но уподоби святому апостолу Павлу и будь нам наставником и учителем, каким он был для святой Феклы. Вспомни о воздаянии, уготованной праведным от Бога, и спаси меня вместе с этими двумя сестрами». Услышав это, служитель Божий почувствовал жалость и, взирая на слезы их, спросил: «Чего ты хочешь и что я должен сделать вам?» Она ответила: «Будь нам отцом по Богу и учителем. Веди нас туда, где мы могли бы спастись. Мы странницы и не знаем, куда нам идти. Мы стыдимся показаться людям». Он спросил тогда: «Откуда вы и какова причина, что вы так одиноки?» Святая ответила: «Мы из очень далекой страны, раб Христов. Мы согласились вместе уйти из родины и пришли в эту местность. Мы молили Бога день и ночь, чтобы Он послал нам человека, который помог бы нам спастись.
И вот Бог указал нам тебя, духовного отца, могущего принять немощи наши. Святой старец сказал на это: «Поверьте мне, сестры, и я странник здесь, как вы видите. Я иду от святых мест, поклонившись там, я возвращаюсь в свое отечество». Раба Христова спросила: «Из какой страны ты, духовный отец, господин мой?» Он ответил: «Я из страны Корейской, из города Миласа». Тогда раба Христова опять обратилась к нему: «Умоляю твою святость, скажи нам, каков твой сан, ибо я думаю, что ты епископ». Старец сказал ей на это: «Прости меня, сестра, я человек грешный и недостойный иноческого сана. По щедротам Божьим я пресвитер и игумен небольшого собрания братьев в монастыре святого и преславного апостола Андрея, имя мое Павел». Услышав это, раба Христова прославила Бога, говоря: «Слава тебе, Боже, что ты услышал меня у Бога и послал мне, как некогда святой Феокле святого Павла, человека, который спасет меня с этими двумя сестрами». Затем она обратилась к старцу: «Умоляю тебя, раб Божий, не отвергни нас, странниц, но будь нам отцом по Боге». Блаженный Павел ответил им: «Я сказал вам, что и я странник, и не знаю, что хорошего я могу сделать вам здесь. Если же вы хотите идти в мой город, то я надеюсь, что Господь сотворит милость свою с вами, а я по мере сил своих буду заботиться о вас». Девы со слезами, преклоняясь перед старцем, говорили: «Да, раб Божий, возьми нас с собой, мы пойдем туда, куда повелишь нам, но только окажи милость странницам и будь нам руководителем к вечной жизни». Человек Божий взял с собой святых дев и пошел с ними в город Милас. Там он нашел им жилище на уединенном месте, находившемся близ церкви. Святая девица купила их за деньги, взятые из дома, и затем построила небольшую церковь во имя святого первомученика Стефана и в скором времени устроила женский монастырь, собрав несколько девиц и посвятив их Христу. Игумен святой Павел заботился о них. Он и постриг святую Ксению с ее двумя рабынями в иноческий чин. Никто и никогда не узнал до самой кончины ее, откуда была эта святая девица, и по какой причине она оставила отечество, и каково ее подлинное имя, в то время как она называла себя Ксенией, то есть странницей. Преподобный же Павел тем, кто спрашивал об этих девицах, говорил: «Я взял их с острова Кои и привел сюда». Так все и думали, что они прибыли оттуда, потому-то и монастырь тот назывался по имени острова Кои. Спустя немного времени Кирилл, епископ того города, почил о Господе, и на его место был избран преподобный Павел, игумен Андреевского монастыря. По принятии епископского сана он пришел в девичий монастырь и посвятил Ксению, помимо ее желания, в диаконисы, как вполне достойную этого сана, ибо она, еще живя во плоти, проводила ангельскую жизнь. Хотя она, как дочь сенатора, была воспитана в роскоши и среди всяких удобств, однако устремилась к столь трудной и подвижнической жизни и заметно обнаруживала на себе совершенно новые, необычные и трудные пути к постническому совершенству. Воздержание ее боялись даже бесы. Побеждаемые ее постом и подвигами, они убегали, не смея приступить к ней. Она вкушала пищу или на второй, или на третий день, а много раз и всю седмицу оставалась без пищи. Когда же наступало ей время принимать пищу, она не вкушала ни зелени, ни бобов, ни вина, ни елея, ни огородных овощей, ничего-либо другого из питательных яств, а только немного хлеба, орошенного собственными слезами. Она брала из кадильницы пепел и посыпала им хлеб. Делала она это во все годы своей жизни, исполняя пророческое изречение: «Пепел, как хлеб ел, и питье мое растворял слезами». При этом она всячески старалась скрыть такое свое воздержание от прочих сестер. И только две ее рабыни, жившие вместе с ней, наблюдали тайно, что она делает, и сами подражали ее добродетельной жизни. При этом она всегда сохраняла столь великую бодрость, что с вечера и до утренни простаивала всю ночь на молитве, простерши свои руки кверху. В таком виде сестры наблюдали ее тайно во все дни ее жизни. Иногда же она, преклонив колено с вечера, совершала молитву до утра, проливая обильные слезы. Так она всегда служила Господу и делала это с таким смирением, как будто считала себя хуже всех людей. Но кто может перечислить все прочие ее добродетели? Какое слово будет достаточным для изображения всех ее подвигов?
Что прежде всего сказать о ее кротости? Никто и никогда не видел ее гневающейся. Никакое тщеславие или горделивость не омрачили ее жизни. Лицо ее было всегда смиренно. Ум без всякого превозношения, лицо без прикрас. Тело, изможденное постническими трудами. Сердце ее спокойное, нетревожимое никакими сомнениями. Какой только добродетели у нее не было. Ей были присущи всегдашнее бдение, необычайное воздержание, несказанное смирение, безмерная любовь. Она помогала бедным, обнаруживала сострадание к страждущим, была милосердна к грешникам, а соблазнившихся наставляла на путь покаяния. Об одеждах ее нечего и говорить. Она носила очень ветхие платья и рубашку, но и тех считала себя недостойною. Вся жизнь ее проходила в сердечном умилении и постоянном пролитии слез. Скорее можно было видеть обильные водные источники, пересохшими в знойное время, нежели глаза ее, переставшими лить слезы. Всегда взирая на возлюбленного жениха Христа, глаза ее источали целые потоки слез. Она желала видеть его лицом к лицу и говорить с Давидом: «Когда приду и явлюсь лицу Божию, лицу сладчайшего жениха моего, и были слезы мои мне хлебом день и ночь». Когда же приблизилось для этой преснопамятной девы, непорочной невесты Христовой, время отшествия из настоящей земной жизни? Наступил праздник в память святого Ефрема, бывшего некогда в том городе епископом. Блаженный епископ Павел отправился со всем клиром своим в селение, называемое Левкином. Там была церковь святого епископа Ефрема, а в ней почивали его честные мощи. В этот день преподобная Ксения призвала всех сестер своих в монастырскую церковь и начала говорить им: «Госпожи мои и сестры, я знаю, какую любовь вы обнаружили в отношении ко мне, как вы терпели мои немощи и помогали мне, страннице. Ныне я умоляю вас, продлите до конца любовь вашу ко мне, рабе вашей. Поминайте меня, убогую и грешную, и странную в молитвах ваших, умилостивляя ко мне Бога, чтобы он меня не затруднили грехи мои, но чтобы по молитвам вашим я могла беспрепятственно перейти ко Христу моему. Вот уже приблизилась кончина моя, душа моя сильно страдает и скорбит, так как я без надлежащего приготовления оставляю тело мое. Ныне здесь нет отца нашего и господина епископа Павла, поэтому вы вместо меня скажите ему, когда он придет: так говорила убогая Ксения, Бога ради, честные отчи, поминай меня, странницу. Ты наставил меня на путь и ввел в эту жизнь. Молись же за меня, чтобы не посрамил меня Господь в моей надежде». Слыша это, все сестры начали плакать и говорить: «Госпожа наша и наставница душ наших, ты оставляешь нас в сиротстве и для бедствий. Кто же будет наставлять нас на истинный путь жизни? Кто будет поучать нас? Кто помолится за нас в унынии нашем? Нет, госпожа наша, в это время не оставляй нас. Вспомни, как ты сама собрала нас в эту ограду. Позаботься, госпожа, о душах наших и умоли Бога, да продлит он для тебя еще некоторое время для нас, убогих, чтобы ты наставила нас на путь спасения». Обе рабыни ее также начали преклоняться к ногам ее и горько плакать, говоря: «Ты уже оставляешь нас, госпожа наша, и без нас уходишь отсюда. Что же мы сделаем без тебя, убогие? Что мы будем делать, странницы, в чужой стране? О, горе нам, убогим, бедным и странницам! Мы не родили о себе, и поэтому одних нас хочешь ты оставить, госпожа наша. Вспомни наши скорби, которыми мы скорбели вместе с тобою. Вспомни наше общее странствование, в котором мы были тебе спутницами. Вспомни, как всегда мы усердно служили тебе. Вспомни о нас и помолись за нас Богу. Возьми нас с собой, чтобы мы не разлучались с тобою, госпожа наша». Когда затем наступило громкое рыдание и произошло смятение, начала и сама Ксения говорить со слезами: «Вы знаете, сестры мои, насколько времени ранее этого провозгласил святой апостол Петр: не медлит Господь обетованием, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать. Зная это, сестры мои,
не будем лениться в продолжении этого малого времени, но будем бодрствовать, зажжем наши светильники, наполним елеем наши сосуды, приготовимся к встрече жениха, так как мы не знаем, в какой час призовет нас Господь, ибо вот наступает жатва, и делатели готовы, но только ждут повеления владыки». Когда святая сказала это, а все плакали и припали к ногам ее, она воздела руки свои к небу и, проливая обильные слезы, так начала молиться. «Боже, промышлявший о моем земном странстве до этого дня, услышь меня, убогую и грешную рабу твою, будь милостив к этим твоим рабыням, моим сестрам. Сохрани их и спаси от всяких козней дьявольских ради славы и величия твоего святого имени». Молюсь тебе, Боже мой, помяни этих двух сестер моих, вместе со мной странствовавших, ради любви твоей. Как в этой временной жизни они не разлучались со мною, так не разлучи нас и в царстве твоем, но всех вместе с подоби чертога твоего. Помолившись так, она попросила всех сестер выйти на время и оставить ее одну для молитвенных размышлений. Когда они вышли из церкви, она затворилась там одна, а две рабыни ее, оставшись перед дверьми, наблюдали внутрь через скважину. Они видели, как она молилась, преклонив на землю колени свои, а затем среди молитвы она крестообразно простерлась на земле ниц. Когда она лежала так довольно долго, внезапно воссиял в церкви свет, по виду подобной молнии. При этом сильное благоухание начало исходить из церкви. Сестры поспешно вошли внутрь и хотели поднять ее с земли, но уже нашли ее почившую о Господе. Это было 24 января, во второй половине V века, в субботу, в 6:00 дня. Эти обе сестры с плачем вышли из церкви и призвали прочих, говоря: «Матери наши и сестры, пойдем и возрыдаем по поводу общего наше сиротство. Пойдем и будем плакать о кончине той, которая была столпом нашим. Мы лишились честной нашей матери, отошла от нас наставница наша, и мы остались одни. Святая Ксения, мать наша, почила». Вошедши в церковь, все увидели ее, перешедшую от здешней жизни в иной мир. Тогда начался плач и великое рыдание. Человеколюбец же Бог восхотел показать всем, какое сокровище было утаено от всех на земле. Явил на небе великое и пресветлое знамение. В тот самый час, когда преподобная Ксения предала свою святую душу в руки Господа, после полудня, при совершенно ветреной и ясной погоде, явился на небе над девичьим монастырем очень светлый венец из звезд, имевший посредине крест, который сиял ярче солнца. Это знамение было видимо всеми. Миласские граждане, бывшие вместе со своим епископом, преподобным Павлом, в Ливкийском селении, видя на небе знамение, удивлялись и с недоумением спрашивали друг друга, что это может значить. Блаженный епископ Павел, уразумев духом значение знамения, сказал всему собранию народа: «Госпожа наша Ксения умерла, и по этому случаю явилось знамение венца». Немедленно по окончании литургии он возвратился в город со всем народом, бывшим на празднике. И там граждане нашли, как и сказал им епископ, святую Ксению почившую. Тотчас собралось к девичьему монастырю многое множество народа, много мужей и жен с детьми, привлеченных видимым на небе знамением. Они громко восклицали: «Слава тебе, Христе Боже, что ты имеешь множество святых, в тайне угождающих тебе! Слава тебе, воплотившийся Сын Божий, волею распявшийся за нас грешных, за то, что ты явил всем твое великое сокровище, которое до ныне таилось здесь. Слава тебе, Владыка, что ты сподобил убогий город Милас быть обиталищем и хранилищем этому твоему сокровищу. Ты хранил в нем доселе дорогую жемчужину, многоценный бисер, свою святую невесту. Приняв ее в свой небесный чертог, ты ее чистое и святое тело оставил для хранения твоему городу». Так все, плача, восклицали и взирали на венец и на крест, видимый на небе. Тогда же весь христолюбивый народ, и особенно женщины, возбужденные ревностью, громким голосом взывали к святому епископу Павлу.
Не скрой славы города нашего, преподобный епископ. Не умолчи о славе нашей, не утаи бисера, обнаруженного нам Богом. Покажи нам яркую свечу, доселе бывшую под спудом и светившую тайно. Покажи ее всем, чтобы и противники наши видели и узнали, какому владыке мы служим. Пусть увидят язычники и устыдятся, пусть увидят и иудеи тайну креста, и пусть узнают, что тот, которого они распяли, есть Бог. Пусть увидят это все враждующие против креста Христова и возрыдают. Пусть увидят, как и по смерти прославляет рабов своих владыка ангелов. Пусть увидят, какой славой от Христа Бога венчается невеста его Ксения, которую люди считали совершенно безвестной странницей и пленницей. Пусть увидят все, какого дара и благодати сподобился наш убогий город. Когда народ с усердием так взывал к епископу, он с пресвитерами подошел к честному телу святой Ксении. Положив его, как подобает, на одре насильном, зажегши много свечей, и воскурив фимиамы, епископ преклонил свою шею и вместе с пресвитерами поднял одр на рамена свои, после чего понесли его с пением до середины города. Все дивились происходившему славному чуду, ибо когда шествовал несомый одр с телом святой, шествовал над одром и явившийся на небе венец со крестом. Когда же поставили среди города одр, остановился и венец вверху одра. Тогда собралось и из окрестных селений бесчисленное множество народа, видевшего на небе чудное знамение. Весь город наполнился от стечения множества людей, и была в нем великая теснота. Блаженный епископ Павел вместе с народом всю эту воскресную ночь оставался при святой бодрстве и совершая песнопение до утра. Было много исцеления от мощей ее. Всякий, страдавший каким-либо недугом, лишь только прикасался к одру святой, тотчас получал исцеление. Когда наступил воскресный день, честное тело преподобной Ксении покрыли чистыми покровами и с пением надгробных песней понесли к месту, находившемуся у входа в город с южной стороны, называвшемуся Сикинией, Смоковничьим. Там прежде кончины своей святая завещала похоронить свое тело. Весь народ опять видел, что во время несения ее тела с одром венец с крестом и звезд, видимый на небе, шел вслед за одром. И снова, когда был поставлен одр, остановился вверху и венец. Когда же совершалось погребение, то ближние, стоявшие люди, разделили покровы, находившиеся на честных мощах, на мелкие части, и хранили их с верою для исцеления от различных болезней. Епископ, помазав по обычаю миром святое тело преподобной Ксении, положил его в новом гробе. Как только совершено было честное погребение, тотчас сияющий на небе звездный венец со крестом стал невидим. При этом много исцелений подавалось от святого гроба всем, приходившим к нему с верою. Спустя немного времени умерла одна из рабынь преподобной Ксении. Затем довольно скоро и другая отошла в вечной жизни. Обе они были погребены у ног своей святой госпожи. Когда представлялась другая рабыня, пришли к ней все инокини, заклиная ее, умоляли, чтобы она рассказала им о всех деяниях госпожи ее Ксении. Она, видя себя уже на смертном одре, рассказала им подробно все о святой, откуда она была, кто ее родители, по какой причине она бежала из дому и из отечества своего с двумя своими рабынями. Как она утаила свое имя, ибо подлинное ее имя было Евсевия, а назвалась она Ксенией, потому что странствовала ради любви к Богу. Таким образом, все узнали о неизвестном раньше житии невесты Христовой Ксении. Так преподобная благоугождала Богу. Для мира она была странница, а для неба гражданка. Она была видима во плоти, а сравнилась с бесплотными ангелами. Она освободилась от тела, как от одежды, и попрала дьявола, как змея. Она считала все мирское, как ссор, но сохранила, как бесценное сокровище, свое непорочное девство. Она любовью своей стала невестой Христу, венчалась верою, и чего надеялась, то получила, и радуется ныне в чертоге своего бессмертного жениха. Своими молитвами она много помогает верующим, ибо смерть не уничтожила ее силы и не ограничила какими-нибудь пределами места ее благодеяния.
Так как она много добродетелей соделала ради Христа, то ради нее и Христос являет нам многие милости, принимая святые молитвы возлюбленной своей невесты. Спустя несколько лет после представления святой Ксении представился и преподобный епископ Павел, ее духовный отец. Он также до конца благоугодил Богу, ибо молитвами его были прогоняемы бесы, исцелялись всякие болезни. Он был погребен в церкви святого апостола Андрея, где раньше был игуменом, и святая его душа предстала перед Богом во славе святых. Его теплым за нас предстательством перед Богом, молитвами преподобной Евсевии, принявшей имя Ксении, и ходатайством обеих святых рабынь ее, да сподобит нас Господь своей милости, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.